Добрый день! Вы находитесь на канале OneTools, и вашему вниманию предоставляется аналитика тысячи имен. На самом деле это тысяча самых популярных имен, но так как их очень много, целая тысяча, то среди них встречаются, прямо скажем, не очень популярные. Вы можете использовать эту статистику для того, чтобы подобрать имя своему ребенку. Вот здесь, естественно, есть все имена москвичей, не обязательно русские имена, есть имена и других национальностей. Расположены они в алфавитном порядке, поэтому вы можете сразу прокручивать к вашему имени, тому, которое, например, вы носите или носят ваши знакомые, для того, чтобы посмотреть, как менялась популярность этого имени по десятилетиям. Значит, здесь рассчитан процент от всех родившихся в данном десятилетии. Например, если вы видите, что Александр в 2000 году 6,7 составлял, то самое популярное имя Александра было в 1950 году, когда называли почти 15% всех родившихся мальчиков этим именем. Вот, а, например, Александра, да, вот есть какие-то опечатки, да, в паспортных данных, соответственно, они здесь тоже встречаются, вот, и, например, Алёша, да, вот тоже такие есть необычные имена, и иногда зачем-то мальчикам дают женские имена, тоже такое все смешное, вот, и, в общем, динамика по годам меняется, дальше я буду только прокручивать, и вы смотрите на эти данные. Надеюсь, у меня палец не устанет щелкать. Подписывайтесь, ставьте лайки. На других каналах данная статистика, она представлена только по где-то там 10-20 самым популярным именам. То есть она такая красивая, но достаточно бессмысленная. А здесь есть все имена. Вот, за исключением каких-то очень редких, которые, ну, наверное, вы не будете называть. Вот, аналогичная статистика по женским именам, она представлена в отдельном видео. Здесь вот это год указан, начальный год десятилетия. То есть это если 2000, то есть это с 2000 по 2009. Это все открытые данные, вы можете их взять на datamos.ru. Ничего здесь коммерческой никакой тайны или каких-то конфиденциальной информации нету. Примерно половину мы уже прошли. Мышка, надеюсь, меня выдержит.
Полный перечень имен ниже. В описании видео. Спасибо за внимание.